Наш мир – это не только мир информатики и технологий. У всего есть своя цена. Обратная сторона прогресса – плохая экология. Автомобили, промышленные предприятия – основные загрязнители почвы и атмосферы. Среди загрязнений микрочастицы PM2,5 размером 2,5 микрон. Эти невидимые убийцы, накапливаясь в нашем организме, вызывают тяжелые заболевания. В помещениях воздух загрязнен еще сильнее. Из-за плохой вентиляции и скопления людей концентрация углекислого газа CO2 часто превышает допустимые нормы. В квартирах нас атакуют аллергены, шерсть домашних животных, пыльца, грибки, бактерии и вирусы, мелкие частицы твердой пыли, опасные для здоровья. Просто проветривание не решает проблему. Через открытое окно в квартиру попадает загрязненный уличный воздух, включая микрочастицы PM2,5. Видимые признаки этого – постоянная грязь и сажа на подоконниках, пыль на полу и мебели. И как следствие – потеря концентрации, быстрая утомляемость, головная боль, плохой сон. Так наш организм сигнализирует, что ему плохо. Сердечно-сосудистые заболевания и онкология во многом следствие плохой экологии. Для детской или спальни важна высокая производительность и тихая работа. 130 кубометров в час чистого и свежего воздуха обеспечивает OneAir 130. Элегантная модель изысканно встроится в любой интерьер. Цветовая индикация прибора указывает концентрацию PM2,5, а дисплей – температуру и влажность. А тихая работа и двухступенчатая фильтрация воздуха позволит получить крепкий и здоровый сон на свежем воздухе без открытых окон и шума улицы. Тебе решать, чем дышать. Чистый и богатый кислородом воздух от Balu OneAir.